Книга о детстве, родных местах и людях, которые населяют российскую глубинку. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пиловка Богатовского района Сергей Ельчининов представил самарским читателям свою новую книгу «Марьевка. Деревенские рассказы». Книга посвящена родному селу автора в Борском районе. Марьевка – маленький живописный уголок Самарской области, о котором протоиерей хотел рассказать своим детям. Автор обращается к своим самым ранним воспоминаниям, воскрешая в памяти людей и события давно минувших лет. Рассказывает о том, чем жила российская глубинка, какого уклада, традиций и мышления придерживались деревенские жители в Самарской губернии. Многие яркие, интересные, колоритные личности, они уже ушли из Марьевки. И, мне хотелось бы, чтобы в первую очередь мои дети о них знали. И, в общем-то, я начал делать вот эти записи в первую очередь для своих детей. Ну, а потом вот так вот получилось, что, в общем-то, работа, которую я думал посвятить, 4-5 вечеров, она затянулась на 8 лет, и вот родилась книжка «Марьевка. Деревенские рассказы». На протяжении многих лет Сергей Ельчининов занимается литературным творчеством, публикует свои стихотворения и рассказы. Первый сборник «Дорога» вышел в 2014 году. В планах написать рассказы из жизни прихода, где автор служит уже почти 22 года. Не хочу я писать там о каких-то таких вот, таких шаблонных событиях, а хочу вот именно написать о простом, о живом, о человеческом, о том, о чем обычно умалчивается это вот. И о тех людях, которые когда-то 20 с лишним лет назад начинали вместе со мной служение на этом приходе, которых сегодня нет. Ну вот, в общем, вот такая идея есть. Презентация книги состоялась в Самарской областной научной библиотеке при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.